Первую игру в 10 утра. Да. А еще и мы с НСом сегодня реально поработали. Мы записали превью. Да? Ты стримишь, как Витя стримит? Я буду стримить, как НС стримит, как Витя стримит. Стримит? Все будут стримить. Трипл стриминг? Трипл стриминг. Это голландский штурвал практически. Голландский штурвал тоже можно устроить. Давай стримить. Так, Катхант Петух стрим называется. Да. НСа. А я назову... Витя стримит, как НС стримит голые бабы. Ладно, голых баб не будет. Чего не будет, давай. Витя стримит, как НС стримит. Все, завози голых баб. Я ничего не буду делать, только буду показывать, как Китхан стримит. Как Китхан, все, мы все друг друга стримим, все нормально. Теперь давай. Мы поколение, у нас тройничок стримеров, да. У нас поколение новых людей, Витя. Я пытаюсь понять, что происходит. Что мы сидим с НСом, что не ясно. А зачем ты меня показываешь? Только у Ярика Galaxy с пластырем, нищеброд. Где тут пластырь-то? Это Galaxy? Это Galaxy? Это Galaxy? Я не знаю. Я тоже не знаю, ребят. Это не пластырь, это... Это просто какая-то хрень. Трехмерный кастер. Где? Покажи нам голову хвоста, увеличь голову. Так. Бери свои руки, Витя. Я могу рассказать анекдот. Давай. Я уже рассказывал его. Пошли нахер от меня. Еще раз расскажи, давай. Коршуны, а я забыл, как он там был. А, останавливает, короче говоря, ДПСник. Это, ну вы все слышали его. Расскажи еще раз. Останавливает, ну короче, останавливает мент тачку. Это... Ну, типа, открывает дверь, а там сидит мужик. Подожди, секундочку. Все смотрящие милиционеры, не обижайтесь. Все истории выдуманы и не имеют отношения к реальности. Продолжай. Да, вот. Там сидит мужик, и ему мартышка сосет. Вот. Мужик ее по левому уху бьет, мартышка быстрее начинает сосать. Потом по правому бьет, еще быстрее начинает сосать. Нет. Мужик смотрит на мента и говорит, хочешь попробовать? А мент ему отвечает, да ты мне все уши отобьешь. И смех Каспера, он бесценен. И все засмеялись от смеха Каспера. Его по-любому должны покупать на какие-то шоу. Типа, где там, где рассмеши комика, знаешь, он просто будет выходить и ржать. Рассмеши комика? Рассмеши комика и так далее. Пишешь, что в детском саду лучше шутят. Ладно, я пойду покажу реально что-нибудь полезное. Покажи. Да ты ничего не показал, ты все... Мы на экскурсию, в общем, пошли. Смотрите, есть кола. Кока-кола. Это, кстати говоря, вот эти вот стулья, это типа VIP-места. То есть ты такой подходишь, типа такой плюхаешься и смотришь. Ну, наверное, круто. Но пока непонятно. Эй! Видите, какие-то женщины сказали хай нам. Короче, здесь у нас, судя по всему, здесь будет какой-то концерт, потому что здесь есть мьюзик-оборудование, ну и какая-то сценка. Здесь вряд ли будут на этой сценке. Вообще не очень понятно. Ну, видимо, здесь вот будет это одно, типа, игровое место, а вот там такое же с другой стороны. А здесь, видимо, будут ведущие ходить. Вообще не знаю ничего, тут еще ничего до конца не готово. Кстати говоря, турнир-то скоро, а еще даже будок не стоит. Ну, очевидно, успеют доделать. Иначе бы они тут просто так не валялись, ничего не делая. Как и мы, впрочем. Ну, вот такое это, типа, venue. Ну, если что, то это как не стадион, это просто такой конференц-зал на 6-м этаже какого-то большого торгового центра. И тут все просто застроили. Судя по всему, под, ну, такую штуку. То есть тут, видимо, этого всего не было. А может и было, хрен знает. Я сейчас покажу, как это все выглядит снизу. Вот такая вот огромная... конструкции. Я, короче, не эксперт, но мне кажется, что это типа из разряда привозят, смонтируют и увозят. Ну, вообще, может, это тут всегда стояло, хер его знает. Достаточно серьезная конструкция. Мест тут, в общем, не знаю сколько, но я так понимаю, где-то косарик-то есть. Может, и больше. Ну, на самом деле, не так много. Конечно, не стадион. Достаточно, кстати говоря, странно, что... такой офигенный там отель, а, ну, решили не на стадионе проводить. Может быть, потому что... Ну, то есть, явно дело не в деньгах. Возможно, решили просто потому, что стадион, ну, не наберется просто. А такое место наберется. Вообще, фиг его знает. Все. Вы теперь видели все. Они слушали Китханта, который ничего не понимает. И я возвращаюсь к своим. Ты что делаешь?
Ты хочешь снять репортаж? Я хочу снять репортаж. Какой репортаж? Показать, что тут люди сидят на местах, которые стоят $800. Это $800 место стоит? Да. Это кресло стоит $800 или место на нем $800? Место. VIP и билет, который тебе дает право сидеть. У тебя есть VIP билет? Нет, я бомж. Это я бомж. Все, пойдем дальше. Пойдем дальше. Смотри, они тоже мои конкуренты. Мои конкуренты, они воруют моих зрителей. Пошли в жопу! В жопу! Касперош, что ты делаешь? WhatsApp, я читаю Твиттер. Вот я смотрю, как ты потеешь. Такая рекурсия. А что такое? Так как я работаю? Как ты работаешь? Редкий кадр. Кто бомж? Кто бомж, ставь плюс. Кто такой же бомж, как мы? Сколько тебя человек смотрит? Адя? 510. Сука. Соси наебал. Аналитишка. Вот так вот. А нас так много не смотрит. Ну, в общем, все. Я выключаю этот стрим, потому что тут больше нечего показывать. Вы все видели. Вы все слышали. Кстати, те петушки, которые будут говорить потом, что надо показывать... на горизонтальную камеру, это, блядь, перископы. Я же не снимаю здесь видосы. Вот Ксео снимает видосы. И на Dota 2 Рухабе можете их смотреть. А я перископлю. А тот, кто записывает это и выкладывает потом на YouTube, тот лох. Ну, точнее, тот не лох, но кто потом жалуется на то, что камера не так стоит, тот лох. Все, всем давайте. Удачи. Подключайтесь к Вилату, если хотите дальше смотреть что-то, но тут уже ничего интересного нет.